Здравствуйте, с вами Android Androidыч. Сегодня хотел поговорить об игре под названием Transformers Battle War Game. Как вы понимаете, эта игра сделана специально перед новой частью Трансформеров. Она полностью бесплатная. Вот, скачали ее более 1000 раз. Средняя оценка, ну, оценки как таковой нету. Вот сама, так сказать, менюшку игры. Вот наш один из трансформеров, которого мы наверняка вы знаете, если смотрели фильмы с участием трансформеров. А давайте быстренько разберем, что тут у нас есть. Мы можем выбирать различные виды оружия, которые у нас есть. Вот пушка, но это, я как понимаю, пушка у нас уже есть. Мы будем постепенно покупать новые виды оружия и апгрейдить различные штуки. Но для этого нам нужны будут кристаллики и специальные монетки в форме трансформера. Ну давайте не будем ждать. Нажимаем Mission. И мы выбираем первую миссию, которую мы будем с вами проходить. Нажимаем старт. Достаточно прикольная игра сделана. Тем более, именно раннер с трансформером я еще не видел. Как будет осуществляться управление в данной игре? Наклоняя планшет влево или вправо, мы будем влево-вправо двигаться. Нажимая на эту кнопку, мы будем с вами прыгать. Также мы можем превратиться в машину, в автомобиль и вот так вот ехать. Избивать различных роботов, которые нам попадутся на пути. Также мы сможем стрелять из оружия, которое у нас есть, вот эта кнопка. И резким ударом меча или ножа вырываться вперед и атаковать наших врагов. Давайте какое-то время проедем. На нас будут падать различные трансформеры, которые будут пытаться нас убить. Но мы не дадим это сделать. Графически, конечно, не очень так прямо супер-пупер сделано, но все-таки достойно. У меня аж, видите, тормозит. Давайте попробуем пройти как можно дальше. Давайте превратимся в машину и попробуем пройти по максимальному. Нас обгоняют различные автомобили, которые нам... Как я понимаю, сверху показано расстояние, дистанция, которую мы проезжаем с вами. Давайте постреляем этих роботов. Ну, у меня аж притормаживает, поэтому я не буду этого делать. Я просто попытаюсь пройти до конца. Давайте кого-нибудь постреляем. Проедем по максимуму и посмотрим, что дальше будет. Игра на английском языке, но мне кажется, знание... Русский перевод тут в данной игре не нужен. Просто едь, стреляй, убивай. Больше в данной игре сделать ничего не надо. Давайте попробуем убить этого. О, какие мощные... трансформер нам подается, и вот мы прошли первый уровень. Как я понимаю, это раннер с прохождением, то есть вы не просто бежите бесконечное количество раз какую-то одну и ту же миссию, а вы постепенно проходите различные миссии, которые вам попадаются. Ну давайте попробовать какую-нибудь еще миссию попробую выбрать. Давайте, нет, это первый же уровень, как я понимаю. Ну давайте дальше, вы уже сами разберетесь, посмотрите, что понравится вам, не понравится. Игра тем более бесплатная, поэтому советую скачать, если фанаты трансформеров. С вами был Android Android. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте.